Всем доброго времени суток, доброго вечера, доброй ночи. На связи Наталья Жукова. Поставьте ваши, пожалуйста, плюсики, ваши десяточки, если меня слышно хорошо. Я рада здесь приветствовать тех, кого знаю. Я рада здесь приветствовать и всех других людей, которые пришли сюда, чтобы погрузиться в нашу информацию. Угу. Чтобы, сейчас я прибавляю, либо вникнуть поглубже, да, то есть это те люди, которые только начинают с нами сотрудничество, либо пришли, собственно, послушать, чем вы здесь занимаетесь, что такое корпорация Constellation LAC, и вообще, собственно, как я могу с помощью вашей информации, вашей корпорации, как я смогу улучшить свою жизнь. Если здесь есть у нас на встрече гости, те, кто с нами впервые, ставьте, пожалуйста, семерочки, будем с вами знакомиться, те, кто впервые на нашей встрече. Ага, Елена, замечательно, здравствуйте. Есть ли еще у нас приглашенные? Алексей, здравствуйте. Флорид, Татьяна, Ансу, угу, здравствуйте. Добрый вечер. Рада с вами познакомиться. И сразу, в общем-то, мой вам респект за то, что вы не сидите около телевизора, не за ток-шоу, да, за то, что вы ходите на вебинары, на встречи, может быть, смотрите какие-то видео с целью понять, а там ли я сейчас нахожусь, где я сейчас нахожусь, да, где я зарабатываю свои деньги. А позволит ли вот эта вот моя деятельность увеличивать мой доход и сделать так, чтобы я чувствовал себя счастливым и свободным? Потому что именно хорошая денежная энергия дает нам возможность осуществлять все наши планы, да, чувствовать себя, скажем так, человеком на нашей планете. Вот мы с вами сейчас разговариваем о возможности, которую представляет корпорация Constellation LAC, возможность, которая доступна абсолютно каждому человеку. Та возможность, Татьяна, да, здравствуйте, та возможность, которая предлагается людям, даже которые не имеют каких-либо таких, знаете, профессиональных знаний и навыков на просторах интернета. То, что мы сейчас с вами находимся в интернет, да, в вебинарной комнате, мы не пошли куда-то в офис, не поехали. Мы с вами дома за чашечкой кофе слушаем и разбираемся в возможностях. Вот корпорация Constellation LAC – это бизнес, доступный любому населению, да, то есть независимо на какой территории мы проживаем, независимо в принципе сколько нам лет, какое образование мы имеем, бизнес, который дается человеку, возможно, даже оценивают те люди, да, сразу по достоинству, которые прошли какие-то темы в интернете, которые попадали в различные лоховодки, как мы называем, да, теряли какие-то свои деньги, которые что-то пробовали, что-то пытались, через месяц-другой, не заработав в своей теме, они бросали свои начинания, да. Потому что интернет – это очень большие возможности, много очень возможностей. Осталось дело за малым – ориентироваться действительно, где есть деньги, и действительно, насколько, возможно, доступным образом их зарабатывать, да, и вам лично, и тем людям, которым вы будете это показывать. Потому что нужно принять как четкое понимание для себя. В интернете зарабатывают хорошо либо админы, которые создают хайпы, либо, причем не заботясь о том, насколько дальше это будет отображаться, да, карма вот эта, либо те люди, которые строят команды, те, которые приглашают в тему, те, которые показывают возможности и именно строят свою команду, зарабатывают таким образом очень и очень приличные деньги. Я не буду вам сейчас показывать какое-то, вы знаете, какое-то волшебство, да, я не буду вам показывать тот момент, что приходите, ребята, к нам, да, мы вас очень ждем, приносите свои деньги. Делать у нас ничего не надо. Вот вы просто придите и принесите свои денежки. Такого у нас нет, о таком я говорить не буду и не советую вам вообще рассматривать такие варианты а-ля заработка. Потому что это заработок будет, но не для вас. Мы сейчас будем разговаривать о той возможности, в которой вы сможете зарабатывать деньги. Потому что когда я разговариваю, люди мне говорят про инвестиции, да, там, значит, приглашают в инвестиции, я говорю, хорошо, я пришла в интернет зарабатывать деньги, покажите возможность зарабатывать, а не вкладывать. Не, ну как же, мы же зарабатываем, через 4 месяца мы уже имеем 1% в день, да, со своего заработка, со своего вклада. Вот, либо мы имеем 10% за реферальными. Друзья, мы сейчас с вами посмотрим, что значит оценивать себя на 100% реферальных денег, а на определенном этапе даже и на 200%. Мы сейчас проговорим про корпорацию, которая создана такими же интернет-предпринимателями,
как вот большинство из нас, да, которые на определенном этапе поняли, а сколько можно уже ходить по проектам и видеть, что где-то кого-то, где-то проект закрывается вместе с деньгами, да, видеть постоянно какие-то разочарования в том, что выполняется масса работы, а денег нет. Они организовались, соединились идеями, творчеством, где-то денежкой и организовали так называемый социальный экономический проект «Созвездие удачи». Вот когда этот проект начал набирать силы, мощь, люди захотели, вот предприниматели действительно, чтобы их тема была долгосрочной, они ее зарегистрировали, и зарегистрировали 3 июля 2015 года, и несут людям шикарную возможность, в которой грандиозные планы на будущее, да, шикарная корпорация, и в которой уникальный финансовый маркетинговый план расчетов за деятельность человека. Корпорация зарегистрирована на Сейшельских островах в июле, я вам сказала, 2015 года. Это очень мягкое доступное налогообложение для тех, кто умеет считать деньги, для тех, кто хочет, вот как корпорация, да, хочет отдать выплаты фактически 100% денежные формирования, да, которые происходят в корпорации, вливание, да, скажем так, денежные, 100% выдать на зарплату. То есть 99% денег корпорация выдает людям по маркетингу. То есть это фактически система перераспределения 100% денег. А вот это нужно понимать. Корпорация не имеет как такового дохода, да? Поэтому вот такое налогообложение, оно очень удобно и понятно для тех, для кого изначально это непонятно. Потому что я тоже изначально, ну, не совсем понимала, да, вот Сейшелы там, почему сейчас туда регистрируются платежные системы серьезные. И вообще очень серьезная организация регистрируется именно на Сейшелах. А теперь я понимаю, люди считают деньги, и люди хотят отдать заработать действительно серьезные деньги своим партнерам. Какие продукты мы получаем от нашей корпорации? Дело в том, что большинство людей хотят, допустим, заплатив какую-то денежку, получить продукт на руки. Это в нашем менталитете, это у нас заложено, к сожалению, да, люди не понимают, что таким образом они прыгают между заборами, да, между человеком и деньгами, но мы так привыкли, да, и мы хотим понимать, за что мы отдаем деньги. Вот мы сейчас пройдемся по ключевым моментам, за что, в принципе, оплачивается мизерная сумма при подключении корпорации Constellation Lab. Интернет-магазин ювелирных изделий под ключ получает каждый партнер, который подключился к корпорации. Он может продвигать этот интернет-магазин, там будет формироваться, опять же, товарный оборот, за который партнер будет получать процентное вознаграждение. Небольшое, но процентное вознаграждение. Он сможет покупать себе со скидкой по звездным ценам, так называемым. Вот интернет-магазин с ювелирными изделиями серебра авторской работы, с покрытием листовым золотом. Интересные коллекции и... Это, опять же, как бы в ведении каждого партнера. Заниматься магазином или не заниматься. Вам дают интернет-магазин под ключ, в котором не надо заботиться о наполнении продукта, о доставке. Все это делает корпорация. Далее. Что еще получаем мы как продукт от корпорации? Мы получаем продукт для мозга. Мы получаем продукт для развития наших предпринимательских способностей, без которых нам невозможно зарабатывать в интернет. Друзья, услышьте, пожалуйста. Пока мы не разовьемся как профессионалы в интернет, мы будем только терять и набивать шишки. Поэтому корпорация Constellation Lab, она развивает и поддерживает своих партнеров. У нас бесконечное обучение и на начальном уровне для новичков, и на более глубоком уровне для лидеров. У нас постоянные встречи, презентации, командные встречи, различные мероприятия, да, возможно, там в скайпе по командам. То есть поддержка колоссальная, библиотека для того, чтобы мы смогли скачать себе необходимый какой-то курс, да, интересный для нас. Эта библиотека наполнялась нашим советом директоров, то есть интернет-предпринимателями, которые организовали эту тему. Они за все эти года собирали материал и выставили нам, нате, держите, развивайтесь, да. Вот это тоже как продукт корпорации. Вот сейчас мы пройдемся по преимуществам, которые мы получаем, активировав свои кабинеты в корпорации Constellation Lab. Какие суммы, как это происходит, я вам покажу чуть ниже. Но могу вам сразу сказать, это не 1000 и не 500 и даже не 100 долларов. Я вам могу сказать, что это меньшая сумма, которая дает колоссальный финансовый выхлоп при вашем трудолюбии, при вашем настрое на работу. Потому что, еще раз повторюсь, я не показываю вам здесь какую-то
халяву, потому что я понимаю, что это противоречит законам Вселенной, да, это противоречит вообще, в принципе, каким-то финансовой грамотности, да. Мы показываем механизм, просчитанный, легальный, настроенный и работающий абсолютно. Причем работающий на автомате порой. Смотрите, у нас легальность компании, мы это проговорили. Коллективное управление, у нас совет директоров из наших лидеров и наставников, которые зарабатывают так же, как и мы по маркетингу. То есть вы можете сказать, а какая выгода для корпорации отдавать 99% структуры, да? А выгода в том, что наши верхние наставники, которые тоже в структуре, они таким образом зарабатывают деньги. Они не имеют там что-то отдельно, да, вот как бы на кошелек отдельный, который в корпорации. Мгновенный вывод денег. Кстати, коллективное управление – это еще и гарантия надежности, потому что решение принимается коллегиально. Нет админов, нет президентов компании, нет какого-либо лица, который имеет свое мнение, оно единственное верное. Мгновенный вывод денег. Это говорит о том, что когда мы приходим зарабатывать в интернет, нам важно, чтобы был вывод сразу, чтобы мы могли понимать, что это не через неделю, через месяц, простите, если месяц или два раза в месяц я в найм пойду работать, да? И, ну, если уж вот так, по сути. То есть мы должны понимать, что мы, проделав какой-то шаг, мы сразу можем иметь денежку. Полный мгновенный вывод, да, perfect money. В скором будущем, вот в ближайшее время будет AdvoCash, платежная система. Щедрый. Полная автоматизация. Что это значит? Это говорит о том, что у нас очень удобный бизнес. У нас программы наши, у нас 13 программ, да, они запускаются автоматически, без необходимости что-то лично вами активировать. Это удобный, скрепленный, такой сцепленный друг с дружкой маркетинг, маркетинговые стратегии. И те, кто работал там, где есть человеческий фактор, там, где есть ручные какие-то подтверждения, прокупки, они меня сейчас поймут, что это такое, да, и насколько классно иметь автоматизированных роботов, да, которые делают все, в общем-то, очень много чего за вас. Щедрый, простой, легкий маркетинг, мы сейчас ниже посмотрим, доступный вход, достойный выход. Подключиться к корпорации можно за $25. Вот все, что я сейчас вам говорю, это нам доступно за 25. Ну, в перфекте 25,5 это получается. Это один из вариантов. А более выгодный вариант подключиться на 75. То есть у нас тройное отображение, у нас три зеркальных кабинета, которые позволят нам еще и деньги зарабатывать, плюс подарки от корпорации. То есть получается так, что мы либо на 25 заходим, а второй, третий кабинет активируем из заработанных денег, либо сразу. Есть разные варианты. Есть различные возможности кошелька у людей, да. Люди понатерялись и в этих взаимных фондах, и во всем прочем, да, поэтому, ну, неудивительно, что многие те, кто там по 5, по 10 лет в интернет, они, в общем-то, сейчас сидят без денег, и они, в принципе, ничего не заработали, понимаете, поэтому вот относимся к этой цифре так, как она есть, $25, это не $250 и не $2500. 99% распределения денег в структуре. Это я вам уже проговорила. Это очень важно. Я когда рассматривала корпорацию, для меня это было большим аспектом, чтобы мой труд оценивался на 100%. Чтобы не было такого понятия, а я гастарбайтер, да, и мне там выплачивают 50% от того, что, в принципе, я делаю, да. Антикредитная программа. В кабинете есть кнопочка, которая позволяет установить определенную сумму. Для чего? Для того, чтобы мы смогли скопить деньги, чтобы они не выходили на кошелек, и мы не смогли их потратить. То есть мы смогли бы их скопить на оплату кредита, на оплату там очередного вклада по ипотеке, да, потому что люди сейчас по уши все в кредитах и в ипотеках. Это просто настолько колоссально. Сейчас экономический кризис, и, ну, как бы, оно так есть, да, и это не мое мнение, это мнение финансистов, экономистов, аналитиков. Поэтому вот такая кнопочка, она тоже нам доступна. Опять же, это не обязательно. Это все, либо вы делаете себе, устанавливаете, либо нет. Все получают одинаково. Это говорит о том, что у нас четко просчитанный, простроенный маркетинг, без каких-то сливов наверх, без каких-то оплат за красивые глазки, без какого-то блата, за что я очень люблю сетевой принцип работы. Это оценка труда и зарабатывание денег, соответственно, личностным качеством человека. Соответственно, того, насколько организованно он подходит к своему делу, насколько он, вы знаете,
качественно выполняет свою работу, насколько он ответственен за своих партнеров, которых он позвал. Поэтому одна работа, тройная выплата. Тройная выплата, что это говорит? Это говорит о том, что у нас подключается партнер, и три партнера зарабатывают деньги. Не наоборот, как в матрицах, да, приносите, ребята, $210 или евро, и мы там типа вам поможем заработать. На самом деле в матрицах каждый остается сам со своей матрицей. И на самом деле они очень быстро останавливаются, это нужно тоже понимать, да, несмотря на то, что, ну, одно дело, когда еще с меньшей оплатой матрицы, а когда они по $250, это я извиняюсь, простите, а что вы будете говорить людям, которые не смогли, да, подключить людей за 250 евро? А вам невыгодно им помогать партнерами? Поэтому имейте, пожалуйста, это в виду. Одна работа, множественные источники дохода. У нас 14 источников дохода, то есть 13 классов или программ, и 14 это интернет-магазин под ключ. Готовится еще один источник дохода. Далее, отлаженные стратегии работ. Люди уже, проработав год, да, в этой теме, уже получили серьезные финансовые результаты, которые позволили и недвижимость купить. То есть есть четкие результаты по работе людей. Причем вот автоматизация, она введена где-то до Нового года. И все равно вот такая выплата в сеть, она позволяет нам иметь, знаете, вот от общего пирога большой кусок. Не какие-то маленькие, да, то есть здесь нужно понимать, какое количество партнеров и какой кусок пирога они получают, да, в одной и той же теме. И накопление, роскошные подарки. У нас есть класс, который называется «Спутник». В нем идет и зарабатывание денег, и подарки, если мы имеем три кабинета, три аккаунта. Для того, чтобы нам сделать так, чтобы в одном, во втором и в третьем кабинете были одни и те же наши партнеры, с которыми мы начинаем нашу деятельность, мы регистрацию делаем сразу по трем реферальным ссылочкам. Активацию делаем либо сразу трех кабинетов, либо из заработанных денег второй и третий кабинет. Высокотехнологичный сель, защищенный сайт. Данные защищены, работаем спокойно. Высококвалифицированное обучение партнеров. Я хочу вам сказать следующее. Когда вы рассматриваете любую тему по заработку в интернет, всегда задайте вопрос. А вот, например, я такой распрекрасный, я вот много чего умею, я смогу там быстренько построиться, а смогут ли сделать это все мои партнеры? А какова поддержка, каково обучение этих партнеров, чтобы они смогли повторять мои действия? Это важно. Высоко квалифицированная помощь и поддержка лидеров. Наши наставники 24 часа в сутки с нами. Квалифицированная техподдержка, можно какие-то моменты технические задать еще и на сайте, там есть окошко. Интернет-магазин под ключ, это я вам сказала. Большая библиотека с электронными товарами, это я вам тоже проговорила. А теперь, собственно, что для этого нужно сделать? Да? Нужно, естественно, понимать, что у вас есть цель, которые требуют определенных денег. У меня сейчас вот вопрос, я очень люблю вообще общаться на конференции, не просто монологом, да, а как бы в ракурсе диалога общаться с людьми, которые к нам приходили, которые к нам приходят. Напишите, пожалуйста, сколько стоит ваша цель? Вот в каком денежном эквиваленте ваша ближайшая цель? Та, которая не дает спокойно спать, та, которая вас поднимает с утра, и у вас она в голове. Ту цель, которую вы видите, да, у себя вот в сознании. Сколько стоит ваша цель? Пишите кто-то в рублях, можете написать в долларах. Угу. Так, 1 000 000 рублей. Угу. Замечательно. А еще у кого какие будут ответы? Не стесняйтесь. 2 000 000, 1 000 000 рублей. Угу. Хотя бы $1000. Это значит, вы не знаете своей цели. То есть вы не знаете, сколько она стоит. Это значит, говорит о том, что вы ее отдаляете, кстати. Так, $60 000, замечательно. Так, 1 000 000 рублей. А $70 000? Угу, отлично. Отлично. Так, минимум 7 000 000 рублей. Угу. Замечательно. Ну, по крайней мере, я вижу здесь на встрече людей, у которых, ну, большинство, да, у которых достаточно такие объемные финансовые цели. Объемные, ага, вижу, замечательно, Антонина. Дело в том, что нам нужно с вами вот либо сейчас сразу, либо после конференции сесть и подумать, а сколько мне нужно лет,
чтобы я смог отложить, накопить того дохода, который я сейчас имею, вот такие вот денежки на свою цель. С учетом инфляции, с учетом того, что необходимо, ну, вдруг там на медицину что-то, да, не дай бог, с учетом того, что возникают еще какие-то траты, да, то есть нужно просто-напросто сесть и посчитать, сколько нужно лет, 10, 20 лет, когда уже в принципе это ничего не нужно будет, да. Нужно просто задуматься, а насколько улучшилась ваша жизнь за 2 года, например, да, то есть как вы жили раньше 2 года назад и как вы живете сейчас. Улучшилась ли ваша жизнь, ваша финансовая составляющая? И почему, если мы, например, как бы не пытаемся изменить свою ситуацию, а как она улучшится в следующие 2 года? Почему вы считаете, что она станет лучше? Поэтому для тех людей, которые ценят свое время, которые ценят свою жизнь и которые, в общем-то, понимают, что вот пока они в состоянии нормальном по энергетике, когда они смогут сами помочь и себе, и близким, нужно действовать сейчас, а не тогда, когда, вы знаете, поможет только благотворительность, что называется, да, когда уже не будет ни сил, ни желания, ни энергии. Итак, цель, далее, действия. Действия предлагаются, корпорация Constellation Luck поддерживает, то есть просчитанный фундамент, то есть есть, знаете, как вспаханное поле, удобренное. Ваша задача посеять туда семечки, семена, и получать результаты, и наслаждаться, и радоваться тем, что вы сможете как бы качественно, да, улучшить свою жизнь. Качественно улучшить жизнь в плане своего местоположения по жилью, да, в плане, возможно, автомобиля, приобрести автомобиль более высокого качества, более комфортный, более классный, да, тот, который вы хотите. Либо там, допустим, поехать в кругосветное путешествие. Почему нет? А почему нет? А кто сказал, что вы должны зарабатывать вот 30, 40, 50, 60 тысяч рублей в месяц? Даже 100 тысяч рублей в месяц. Если здесь, например, есть такие люди, которые имеют работу, да, и у них 100 тысяч рублей в месяц. Кто сказал, что именно такие деньги, да, с небес спустились, сказали, что ты вот достоин только этих денег. Так вот, корпорация Constellation Luck позволяет вам зарабатывать неограниченный поток денег при вашей максимальной включенности и при вашем настрое. Потому что происходят некоторые чудеса в нашей жизни, притягиваются именно нужные люди, именно те, с которыми вы идете к своим целям, причем помогая прийти к целям вашим людям, только так. Вы помогаете прийти к целям людям, вы выходите на цель сами. Наши программы – это «Золотой утроитель», это основные программы «Класс бизнес», «Класс премиум», «Класс VIP», «Золотые утроители», «Элит бизнес», «Элит премиум», «Элит VIP», премиальная программа «Зодиак», в нем 5 орбит, накопительно-подарочная программа «Спутник», в нем 3 направления, интернет-магазин ювелирных изделий под ключ. Считаем, 14 источников дохода получаем. А теперь необходимо понимать, как эти источники дохода запускаются и вообще как это все происходит, да? Вот давайте разбираться. Мы с вами работаем только в первой программе, в первом классе. Дальше работают роботы, работает автоматизация. Что значит работаем в первой программе? То есть в утроителе, утроитель называется эконом у нас в кабинетиках. Это говорит о том, что когда мы подключились, зарегистрировались по 3 реферальным ссылочкам, мы сактивировали один кабинет, $25 мы завели в кабинет, кликнули кнопочку «Активировать этот эконом». Все, утроитель у нас появился. А как он нам будет приносить доход и вообще формировать будущее наше, да? Будет приносить доход следующим образом. Мы приглашаем 3 партнеров за собой. Это обязательное условие корпорации Constellation Luck для того, чтобы ваш бизнес начал действовать. Это говорит о том, что у нас нет никаких живых очередей, и у нас нет такого, что приходи на пассив, сиди, ничего не делай. Такие темы быстро закрываются, и куча примеров в интернете. Потому что все приходят и ничего не делают, а деньги нужно откуда-то платить, они должны откуда-то приходить. Вот у нас система, в которой вы подключили 3 друга, подключив 2 друзей своих, 2 партнеров, 2 единомышленников, будь то знакомые, а будь то незнакомые с интернета, вот эти $50 вам запускают колоссальную машину, да, колоссальную копилку бизнес-класса. 2 партнера. 3-го партнера вы подключили, у вас произошел реинвест, и вы как бы вышли на свою опять позицию начальную в тройничке.
Вышли на начальную позицию в тройничке, вот эти вот три ваших, как бы, вот этих вот ячеечки, они стали свободными. Они готовы принимать на себя денежку. То есть, когда у вас зарегистрировались партнеры, сактивировались на $25, это значит, утроитель принял деньги. Вот смотрите, бизнес-класс запустился с двух партнеров, третий партнер реинвестом. Как происходит дальше работа? А дальше происходит все следующим образом. Ваши партнеры приглашают трех, они к вам, двух партнеров, когда пригласили двух, приходят в бизнес-класс программу, я покажу, как она проставляется, да, приходит бизнес-класс. То же самое со второго партнера. Он пригласил трешечку. С двух партнеров он пришел в бизнес-класс. Третий партнер делает реинвест. То есть он к вам приходит на свободное место в утроитель. Дает $25. Если это первые два места, это два раза по $25, из которых $10, вот с первой 25-очки, $10 откроет подарочную, накопительно-подарочную программу «Спутник». 15 вы можете пользоваться, выводить за 2 секунды на перфект. А вот этот партнер пришел к вам реинвестом 25, выводим на перфект. А, либо потом оплачиваем наш неоплаченный второй кабинет, либо если у нас оплачено, тратим, не стесняемся. Причем, понимая, что бизнес дальше наш развивается. Вот смотрите, развивается как? Он будет развиваться вот в этом, в этой программе и вот в этой программе. Автоматически, на автомате. Что происходит дальше? Ваши партнеры пригласили трешечку, их партнеры делают то же самое. Соответственно, они прилетают в программу бизнес-класса к своим верхним и к вам тоже. И, соответственно, они дают вашим людям реинвест. И если этот реинвест приходит на третью позицию, это опять для вас чистыми $25. Итак, бесконечно. Вот такая прокрутка. И вот эти вот люди, первые три партнера, за ними троечка, за теми троечка, они все будут одни и те же люди и вот в этом кабинете, и вот в этом кабинете. То есть все будут, будут одни и те же люди, поэтому мы сразу регистрируемся на три ссылочки, чтобы не было необходимости потом, знаете, строить отдельно там вторую, третью команду совершенно других людей. Вот работа идет в золотом утроителе. Смотрим дальше. Смотрим дальше, как происходит накопление на нашу цель, на нашу мечту, и что такое зарабатывание более серьезных денег, нежели $50. Мы работаем вот в этой программе, эконом-программа стартовая. Если у нас открыто три кабинета, эта программа нам приносит реинвестами от наших партнеров, либо нашим лишним четвертым человеком, пятым, шестым, неважно, бесконечно можно ставить первую линию и получать на вывод по $25. 100% реферальных денег. Если сразу люди регистрируются на три кабинета, соответственно, это не $25, а $75. Далее, вот пригласив двух людей, мы открываем фундамент нашему бизнесу, да, пригласив, у нас открывается бизнес-программа, бизнес-класс. Здесь три уровня, тренар. А здесь доход $915, это если один кабинет берем, $2745, это если берем три кабинета. Но доход не сразу, именно с этой программы. Доход тогда, когда вы открыли зодиак, то есть у вас накопилось $50, автоматически открывается зодиак. Доходностью $240, это бронзовая орбита, далее вплоть до $3 миллионов, когда пройдены все орбиты. Когда у вас с бизнес-класса накопились $250, открывается следующая программа. Автоматически, не нужно ничего щелкать, ничего, в общем-то, контролировать нужно, конечно, как и любой бизнес, да, то есть у нас очень удобно это все в кабинетах, но это делается на автомате роботами. Далее, вот все $615, которые остались с этой программы, когда у вас входят люди на третьем уровне в бизнес-класс, то есть ваши все приглашают по два человека, они все прилетают в бизнес-класс. 250 будет, точнее $615, я извиняюсь, $615 они будут на вывод с бизнес-класса. Помимо того прочего, что вы выводите вот с этой программы постоянно денежки на кошелек. Далее, программа элитного тройничка, элит-бизнес, запускает с двух ваших людей, которые к вам также, накопив в бизнес-классе, прилетели в эту программу, запускает премиум-класс. Два человека прилетели, запустился премиум-класс.
Далее третий человек прилетит в элитный утроитель, будет реинвест. Далее следующие люди, которые реинвестом к вам приходят, это будет для вас на вывод $500, либо реинвест, если это третье место. Запустился премиум-класс. Здесь получается так, что у нас доход $10 500. Это здесь точно такие же три уровня. И сюда выходят все те же партнеры. Они друг за дружечку у нас перелетают вот по нашим вот этим классам. А у нас тема космоса, у нас картинки такие космические, да, тема такого, знаете, чтобы было не избито и не скучно. А прилетают вот на этот класс, и доход с трех кабинетов $31 500. Опять же, когда этот доход? Когда у нас 2500 там накопилось, у нас открывается элит премиум, и все остальные денежки у нас идут на вывод. $8000, да, это идет на вывод с премиум класса. Элит премиум запускает VIP-класс. Это доходность $105 000 с одного только кабинета. И также возможность остальные денежки иметь на вывод. Что с элит премиума, да? Элит премиум это тоже тройничок, который с двух позиций будет давать $5000. Соответственно, если у вас три кабинета, ваши партнеры действуют также, это $15000. То есть получается следующее. VIP-класс может открыть элит VIP. Это по желанию. Получается следующее, что вот мы открыли спутник, да, это $10. Это то, что у нас вот с эконом-программы берется. Вот спутник нам запускает подарочно-накопительную программу с подарками, которые нам возможны, если у нас три кабинета, если мы работаем тремя аккаунтами. Далее, $50 запускает бизнес-класс. Все, больше с эконом-программы ничего не берется. Мне очень нравится этот маркетинг. Я порой, знаете, я говорю, не расскажешь, нужно петь. Это тот момент, что здесь можно и денежку на каждый день иметь, и здесь есть возможность накопить действительно на свою цель. И сделать это не через 5, не через 10 лет. Понимаете? Делать это можно достаточно быстро. Все для этого предлагается. Людям помогают в этом, да? Естественно, никто не будет тянуть за вас ваше дело. Но помощь, она всегда, она и в Африке, что называется, помощь, да? Вот посмотрите, вот в каком варианте как бы выглядят, да, вот эти программки, которые запускаются автоматически. Работаем здесь. 52 человека к нам пришло, открыли вот этот вот. Здесь вот 50 накопилось, открылась программа «Зодиак». А 250 накопилось, открылся вот этот вот тройничок. С него 2 человека наших же лично приглашенных, вот эти, которые у нас здесь на первом уровне, 2 личника нам открыли вот этот премиум. С этого премиума 2500 идет на открытие элит премиума, остальные деньги идут на вывод. Вот здесь вот денежки $615 на вывод. Вот здесь вот денежки по $500, да, когда вот 250 один раз вывелось, второй раз 250, второй раз это все идет на вывод. Получается так, что и программы открываются, и деньги с этих программ более серьезные, нежели $25 и $50. Запускается с премиума элит. Вот этот элит, когда к вам сюда же ваши же личники прилетели, запустит программу VIP. И здесь уже никаких накоплений, потому что вот здесь, как говорят наши наставники, поиграться, да, элит VIP, это кто захочет. Там, ну, просто как бы колоссальные деньги, да, по желанию. То есть вот здесь вот VIP, это все абсолютно идут денежки с этого дела, да, вам на кошелек, на вывод. То есть поработать какое-то время плотненько, да, никто не говорит, что вы тут за неделю, да, вот эти все программы откроете. Я еще раз повторюсь, у всех разные как бы моменты, но нужно понимать, что в интернете один поле не воин, это однозначно. В интернете только в командах можно зарабатывать деньги. Еще раз повторюсь, если у вас нету возможности открыть какую-то свою тему, стать админом, да, и какое-то время ее раскручивать, вкладываться в рекламу и все прочее. Поэтому эта тема доступна для всех. Почему мы сразу это говорим? Если мы просчитаем математически, тот ход, который позволяет нам увидеть реально как бы ход денег, то есть при четко простановке трех людей в течение трех дней, вот здесь вот... Я сейчас, подождите, возьму
первый слайдик, где одним кабинетом, да, регистрируются люди на $25. В течение 3 дней ваша троечка, вы, вернее, пригласили в течение 3 дней своих 3 людей. Ваша троечка в течение следующих 3 дней пригласили своих 3 людей, каждый из них. А те люди в течение 3 дней пригласили своих 3 людей. И все действуют таким вот образом. Вот эти деньги, которые жирным шрифтом выделены, это все деньги, доступные на вывод на кошелек. Вот эти денежки – это накопление в программу. И получается, что взять даже вот 18 дней, да, взять, например, вот эту вот сумму, вот эту сумму, так, если вы прикинете, да, вы посчитаете, то есть 700, где-то 1800, да, ну, около $2000. Получается так, за эти 18 дней это для вас деньги на вывод. Это если один кабинет рассчитывает. При всем при этом за все это время у вас открыт бизнес-класс, у вас открыт элит-класс. С бизнес-класса вы уже получаете деньги, уже даже реинвестировались опять, чтобы прокрутиться в этой программе, потому что в программах можно прокручиваться. С элит-бизнеса, с тройничка вы получаете, как вот здесь вот, по $500. То есть, видите, по 50 идет, здесь идет по 500, то есть это тоже утроитель, только более доходный. У вас открыт уже премиум-класс, здесь уже накопились денежки, готовится к открытию элит-премиум, а это всего 18 дней, а это всего 3 партнера за трое суток. Ни о чем вообще разговор, не на $250, не на $2500, а пригласить людей на 25, вот здесь расклад по этому. Если мы посмотрим, что происходит за 30 дней, ну тут просто-напросто, да, $144 385. Вы можете перевести на денежку, те, кто сейчас показывал мне финансовые задачи свои, да, то есть стоимость цели, и посмотреть, какие это денежки. Еще раз повторюсь, это схема вот идеальной простроечки, да. Действуем так, значит, именно так складывается. Нет, значит, время просто отодвигается. Что такое зодиак? Это когда у нас накопилось 50 с бизнес-класса, у нас открывается орбита. Вот бронзовая орбита открывается за $50 с бизнес-класса. Все остальные запускаются сами автоматически, это заложено в маркетинге. Что это приносит? С бронзовой орбиты по 12 раз по $20, это $240. С серебряной орбиты 12 раз по $100. С золотой орбиты 12 раз по $1000, когда наши партнеры туда же к нам вылетают, да, это 12 будет партнеров, которые вокруг нас, вокруг как бы орбиты. То есть, ну, я понимаю, что вот эти суммы, они как бы не укладываются людям, да, в голову, но вот это возможности именно зодиака, вот этой бонусной программы. Далее. Это просчеты, которые можно вот на зодиаке как бы, да, тоже увидеть. Если мы заходим одним местом, в течение, просто работая, да, вот в этом даже зодиаке. Потому что у нас такой бизнес, в котором люди даже выбирают, в принципе, с какой программы они могут начинать работать. Они могут начинать работать даже просто с накопительной программы «Спутник» вот с этой, да. Вот они решили пойти только в «Спутник» работать. Мы, говорит, будем только работать вот такой вот построением бинарчика. Будем только зарегистрируем 3 кабинета. И будем работать в спутнике. Вот этот спутник – это подарочно-накопительная система, в которой с одного кабинета в спутнике 10 вы зарабатываете $254 и подарок украшения с нашего интернет-магазина. Если это 3 аккаунта, считайте 750-60 да, $760. Из этих денег автоматически активируется тариф на 100. Либо мы делаем это сами, понимая, что внизу идет развитие, и как бы люди могут тарифчик сактивировать, они тогда вверх упрыгнут. То есть система, да, она ищет потолок, ищет тому, кому пойдет этот реферал, да, скажем, который прокупает эту схему. Получается так, что сактивировав этот тариф, наши же партнеры точно так же к нам выходят 2 направлениями, причем здесь перемешиваются даже параллельные команды, очень интересно. Зарабатываем $2500, 2540 точнее. И на выбор вот из этих подарков. Из этих денежек автоматически сактивируется тариф 1000, то есть это программа спутника, и заработок $25400 и Toyota RAV4 из салона за счет корпорации. Да? То есть выбираем, корпорация оплачивает.
Это, хочу сказать следующее, вот это не промоушен, это никто не говорит, что вот мы сейчас это дали, и вот если вы в течение месяца это сделаете, значит вы это будете иметь. Нет, это вот как есть, так оно и есть. Когда я первый раз услышала корпорации, я прошла мимо, я уже слышала об этих подарках, понимаете, я прошла мимо, потому что активно была увлечена своей темой, в которой не увидела то, что я увидела сейчас в корпорации. То есть мне нужно было 100% оплата труда, да, мне надо было, чтобы не было прослойки, скажем так, с кем мы делимся третьего лица, то есть чтобы деньги были у партнеров. Вот, и, в общем-то, нужно было и обучение для партнеров, хотелось современности, то есть красивый, элегантный, хороший сайт, хорошие кабинеты. Вот все это я увидела в корпорации Constellation Lab. И надеюсь, что вы тоже разберетесь, да, и увидите, и поймете, что пора уже выходить из этих крысиных бегов, да, с целью того, что мы всю жизнь пашем, как мне говорят, вот я всю жизнь пахала, и типа, и это нормально, прости, а что ты напахала? Ну да, есть у тебя там однушечка на 5-м этаже в 5-этажном доме, да, которую сейчас ты не можешь сделать ремонт нормальный. А что еще ты напахала? Болезней куча, да, на которые тебе нужны деньги сейчас идти и себя, в общем-то, восстанавливать. Поэтому время принимать решения, и те, кто принимает решения, как правило, они, у них и быстрые результаты. Кто умеет быстро принимать решения? Взять ссылку пригласителя, зарегистрироваться, активироваться либо одним кабинетом на 25, либо тремя кабинетами на 25, пригласить 3 партнера, можно больше, обучаться и действовать, снимать деньги и быть счастливыми и богатыми. Хочу сказать следующее. Первый шаг, в принципе, да, вот для всего вот этого, это нужно поверить в себя, не искать помощи, каких-то рекомендаций на стороне, потому что у нас очень любят люди бежать к родственникам и знакомым и спрашивать их мнение, да. Вопрос, а почему вы спрашиваете мнение тех людей, которые понятия не имеют, что такое предпринимательство? Если они имеют, то, ну, как бы, если они занимались, да, структурным бизнесом, если у них есть результаты, тогда, конечно, вы можете попросить, чтобы они вас пригласили в хороший ресторанчик и там побеседовать, да, вот по этому поводу. А так мы сразу бежим к нашим соседям, к нашим людям, знакомым, которые все знают, но сидят без денег, умно бедные, это называется. Вот, поэтому нужно самому принимать решение, где-то переступить через свой страх, через свои стеснения, сомнения. Сомнения – это вообще такая штука, которая, да, пресекает вообще какие-либо наши движения вперед, преломляет нашу волю и, ну, вообще такая не очень хорошая штука. Если есть сомнения, нужно задавать вопросы. И связывайтесь с теми людьми, которые вас пригласили на данную встречу. Они всегда с удовольствием вам все еще раз разжуют, еще раз прояснят, потому что им будет интересно, чтобы вы лично зарабатывали деньги. Потому что это такой бизнес. Потому что этот бизнес для людей, которые любят помогать друг другу, другим людям. Поэтому, если у вас есть вот такая вот штука, да, что я люблю помогать людям, я люблю, чтобы вокруг меня были люди обеспеченные, люди счастливые, люди спокойные, да, в финансовом плане. И мне с ними комфортно. А когда мы это делаем все вместе, это еще лучше, это единомыслие. Поэтому делайте выводы, да, принимайте как бы ту позицию, что я либо наблюдатель в жизни, либо я автор своей жизни. Вот. И особенно относится к тем людям, которые сейчас уже, ну, где-то в прекрасном возрасте, наверное, да. Потому что, вы знаете, вот по щелчку пальцев понимаешь, что прошло 10 лет, что прошло 5 лет, а тебе нечем похвастаться перед своими родственниками, перед своими детьми, перед своими внуками. Твоя жизнь прошла, в принципе, где-то, наверное, даже впустую. Да, ты можешь сказать, что я, вы знаете, я вот такой вот замечательный, хороший, у меня, в принципе, все есть. Вот у меня есть автомобиль там, да, ну пусть это, ладно, Приора, ну ладно, он есть. А у меня есть там квартирка какая-никакая. А вы знаете, а бывает такая ситуация, что есть возможности, которые могут поменять, в принципе, уровень жизни всего рода. И это другие машины, это другой отдых, это другие отели, это другое место жительства.
Поэтому для тех людей, которые считают, что те, кто хочет зарабатывать серьезные деньги, они где-то действуют недуховно там или каким-то образом, могу вас разочаровать, да? Все очень и очень духовно. И слово «богатый», он имеет свой корень и свое образование. Я закончила, я готова ответить на какие-то ваши возникшие вопросы. Задавайте, если нужно вернуться на какие-то слайды, я вернусь. Задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. А если вы сейчас стесняетесь их по каким-то причинам задать, я, в принципе, не кусаюсь. Какого возраста люди могут присоединяться? Мы, когда заполняем регистрационный бланк, там нет данных. Дайте ваш паспорт, дайте ваш там, знаете, дату рождения, там нет этого ничего. Другой вопрос, что будут ли действовать люди, которым 15, 14, 12 лет, да? А присоединяться могут с любого возраста. Потому что совершенно все просто. И абсолютно все просто. Другой вопрос, опять же, подумайте, насколько будут такие партнеры действовать, насколько они будут относиться. Хотя сейчас даже, знаете, молодежь такая продвинутая, что они понимают, они хотят они пахать всю жизнь, так, чтобы остаться на пенсии я. Есть ли вопросы, уважаемые гости? Хотела задать вопрос еще следующий гостям. Компания имеет что-нибудь общее с инвестициями? Ничего общего компания не имеет с инвестициями, разве что инвестиции в себя любимого, в свое развитие. Вы знаете, вот тема инвестиций в интернете – это вообще очень мутная тема. Ребят, нужно понимать четко и ясно, нормальные инвестиции – это предприятия, которые работают на земле, и это 10-15% в год. Понимаете? Все остальное – это легенды хайпа. Да, есть какие-то более-менее держащиеся, да, долгое время. Все это есть тоже в интернете. Поэтому, ну, хотите инвестиции, давайте зарабатывать здесь деньги и будем вкладывать в те инвестиции, которые вам хочется. Потому что инвестиции – это вложение денег. Мы вам показываем заработок. Наши гости, которые у нас впервые на нашей встрече, поставьте по 10-бальной шкале, пожалуйста, насколько вам информация близка, насколько она вас трогает, насколько вы понимаете, мне сюда нужно. То есть 5-бальная, 10-бальная, не стесняйтесь, пишите как есть. 10 баллов, Валентина, 10 баллов с вами, здорово, здорово. Я очень рада, что у вас оценка высокая, да, моей информации. Значит, что могу сказать, действуем, да, и спасибо. 9, 10, Действуем и не теряем ни минуточки. 100. Здорово. Здорово, замечательно. Я вас благодарю всех за внимание. Я советую, ну не то, что советую, да, я хотела бы, чтобы наши все партнеры, они встречали здесь только радость, только позитив, потому что именно такова корпорация, именно таковы люди, которые ее развивают. Вы это убедитесь и по нашим чатам, да, и, в принципе, по той атмосфере, которая у нас царит, я желаю вам, чтобы на вашем пути встречались только адекватные, только думающие и позитивные люди. И чтобы вам было приятно дальше и дальше общаться с людьми и нести эту информацию. Наслышанно. Отлично. Всех благодарю за внимание. До новых встреч. Всего доброго.